сажаемых. Земля у меня уже вскапанная была. Ну, в какой-то момент прогретая солнцем, но это апрель месяц. Морковь можно сажать в апреле месяце. Только по той простой причине, что она у нас прекрасно переносит заморозки какие-то. Ее, конечно, можно сажать в другое время, когда земля уже теплая, и всходить она будет быстро. Но представьте, когда земля будет теплая, сколько у вас будет работы. Так что пока у нас есть возможность, не торопясь, не спеша, что-то сделать, делаем. Мы садим сегодня морковку. Так, грядочки, это я показываю. Но все уже я пролила бороздки. С морковочкой. То есть все бороздки подготовлены и уже пролиты водой. И пролиты. Между бороздками 10-15 сантиметров давайте между бороздками. И сейчас точно так же, как солью посыпаем семенами? Или как? Морковочку, если не хотите ее прореживать, не спеша, сантиметрик за сантиметриком, разница между... Ну там явно 3 сантиметра между зернами. Между зернами не меньше 5 сантиметров, 5-10 сантиметров. И вот так вот потихонечку, не ленимся, по одной семечке. Это сейчас вроде бы как бы тяжело, а потом вам будет просто легко. По одной семечке, не спеша, снимаем перчатки с рук обыкновенными руками. По две семечки попадет, не страшно, ничего не боимся. Семи, все тут. Желательно по одному. Что-то взойдет, что-то не взойдет. Но семена уже у нас намоченные и подсушенные чуть-чуть, чтобы они не чуть-чуть, а подсушенные, обдатые ветром. Ветер их обдул. И теперь мы, они уже так хорошо от рук отлипают. Вот у меня где-то по две, по одному падает. Мы не боимся, садик. Так, это я вам показываю. Это вам будет меньше прополки, меньше работы. И что делаем? Берем, вот, засыпаем. Засыпаем. Если у вас есть хорошая земля, можно хорошей землей. Я вот делаю так. Вот засыпала. Глубина, ну, 0,5 сантиметра. Не больше. Оно будет лежать очень долго. Через несколько недель оно взойдет. Может, чуть пораньше. Но зато, когда начнутся уже теплые дни, вы с морковью возиться не будете. Все требует времени. На этом все.